Школа хотят запретить телефоны на уроках. Как думаете, надо, не надо запрещать телефоны на уроках? Думаю, что надо. Отвлекает. Почему? Отвлекает. Ну, я думаю, что правильно. А почему? Почему? Ну, блин, это отвлекает. И потом привыкаешь к тому, что все в телефоне. И есть такая иллюзия мозга, что все, типа, ты все знаешь, а на самом деле ничего не знаешь. Отлично. Почему? Потому что они отвлекают детей. Надо маленько им ограничить это все, чтобы, ну, чтобы они не вникали там сильно. И запретить им там какие-нибудь контенты взрослые там. Поставить им ограничения на телефон обыкновенное детское. У меня у самой двое детей, которые телефоном пользуются, это отвлекает их от уроков, и они не слушают учителей, отвлекаются на какие-то чаты заглядывают, где-то залазивают в телефон, слушают где-то музыку, могут наушники. То есть это отвлекает от учебы? Конечно, это падает знания, и поэтому иногда дети, ну, например, приходят домой и не слышат то, что, ну, рассказывал учитель.